роскошный комплекс Бан-Сансара. Вот мы вот так вот прогуливаемся. Я хочу показать вам через видео всю территорию этого комплекса роскошного. Вот орхидеи. Очень много, соответственно, специального персонала, которые смотрят, стригут растения, смотрят, убирают, чистят. Поэтому все очень аккуратненько, несмотря на то, что очень много зелени. Квартиры в Бан-Сансаране с двумя спальнями в основном по своей планировке. И у них большой метраж. Стандартный метраж двух квартир с двумя спальнями, то есть гостиной плюс две спальни, порядка 100 квадратных метров. Есть несколько квартир с одной спальней. Несколько квартир с одной спальней, примерно 70 квадратных метров площадью. То есть однокомнатные квартиры здесь совсем не маленькие. Комплекс считается старым, но, видимо, еще в те времена, когда строился этот комплекс, строители не на всем экономили, поэтому территория достаточно просторная, большая и красивая. Все-таки новые комплексы уже, которые строят, они могут быть стильными, но уже территория будет в разы меньше, не будет такого изобилия бассейна. Поэтому комплекс Бан-Сансаран выгодно отличается от многих других комплексов, при том, что он находится достаточно близко от центра города. Посмотрите, вот это еще второе джакузи, которое находится в среднем бассейне этого комплекса. И это джакузи разделено на две части. В первой части горячая вода, во второй части ледяная вода. Точно так же, если вы забронировали и живете в этом комплексе, вы можете пользоваться всеми этими джакузи, лежаками, фитнес-залом абсолютно бесплатно. Смотрите, какая красота. Вот такая вот красота. Джакузи с горячей и с холодной водой. Сейчас уже вечереет, поэтому немножко темновато получается, но несмотря на это, смотрите, вы можете любоваться и понять все прелести и преимущества этого роскошного кондоминиума. Где-то дальше есть даже подобный пруд, где очень много рыб. То есть детям всегда это очень нравится. Посмотрите, какая красота. И также я хочу обратить ваше внимание на то, что вот представьте, вы приезжаете, палит солнце, очень жарко. Есть кондоминиум, который очень красивый и стильный, но там не спрячешься, нет тени. Здесь, пожалуйста, даже купаться можно в тени деревьев, что тоже преимущество. Смотрите, какая красота. Лотосы еще не распустились. Вон один, смотрите. Я считаю этот комплекс один из самых лучших в Уахине. Поэтому я от души его рекомендую. Но повторюсь, что здесь только в основном квартиры для аренды с двумя спальнями. Такая вот красота. Это сейчас мы с вами обходим второй бассейн, средний бассейн на территории этого комплекса. Вот смотрите. Рыбки. Красиво, да? Вот я тоже. Вот девушка, которая находится здесь впервые.
Я ее привезла показать этот комплекс, о котором она очень была наслышана из моих уст, из моих рекомендаций. Она, конечно, в восторге от него. Ну, здесь сложно оставаться равнодушными. Посмотрите, какая красота. И это всего лишь только мы прошли с вами по среднему бассейну этого комплекса. Смотрите, какая красота. Настоящие тропики. Вот ты здесь чувствуешь, что ты находишься в настоящих тропиках. Хотя это центр города. И этот комплекс, как вы сейчас увидите, находится на берегу моря.